день рождения наша любимая Чувашия сравнима с могучим столетним дубом. Крепкие и мощные у нее ветви, сильные корни. Растили это древо вместе, в Перле, все жители Чувашии. Работники Чебоксарского электроаппаратного завода, первенца промышленности, основатели электротехнической отрасли. День и ночь стояли у станков, чтобы обеспечить на фронт необходимую продукцию. В мирное время трудились на энергообеспечение страны. Поэтому столетие автономии – это, несомненно, и наш праздник. Мы рады поздравить родную республику с такой значимой датой. Пожелать ей успехов и процветания. Ветеранская организация Чебоксарского электроаппаратного завода является старейшей в Чебоксарах. В марте этого года она отметила полувековой юбилей. Мы, ветераны ЧАЭС, сегодня с любовью можем сказать: Чувашия – мой край родной, моя судьба. Нам выпало жить в интересное время. Время, когда стремительно развиваются передовые технологии, и у молодежи есть много возможностей реализовать свой потенциал. Поздравляем вас с праздником! Пусть любовь к малой родине, к своим истокам, дарит каждому силы и вдохновение. Дарит чувство гордости за прославленных земляков. Желаем здоровья, счастья, благополучия вам и вашим близким. Чувашия – наш край родной. Это наша судьба. Это наша семья. Это наше будущее.